Здравствуйте, друзья, партнеры, криптовалютчики. Сегодня я хочу вам рассказать, ну, сделать, может быть, предложение, пригласить вас в бизнес. Но сначала я представлюсь. Меня зовут Майкл, я сам живу в Филадельфии и родился и приехал в Америку из Риги. Уехал я еще в 1979 году. И с 1980 года, августа, начал заниматься в сетевом бизнесе. У меня также было два нетрадиционных бизнеса. У меня было два ювелирных магазина в городе Филадельфия и компания по продаже медицинского оборудования в Нью-Йорке. Так что я прошел огонь, воду и медные трубы. И сетевым бизнесом я всегда занимался на стороне. И вот уже почти 42 года опыта. И было у меня все, и падения, и подъемы. И заработал серьезные деньги в компаниях, продуктов здоровья, и до сих пор этим пользуюсь, и благодаря, вот мне 66 лет, я еще в нормальной форме, занимаюсь спортом, делаю зарядку каждый день, хожу в клуб и получаю удовольствие от жизни. В 1991 году я попал в компанию, это чисто американская компания, которая занимается именно финансовой компанией, и в 91 году здесь, в Америке, я получил образование профессионального, ну, если так можно сказать, финансиста, инвестора. И в 2014 году я начал заниматься криптовалютой. Я попал в криптоспейс. Это были мои самые большие заработки. Я имел возможность, в принципе, буквально за 3, может быть, 4 года я смел возможность отложить 469 биткоинов. У меня было 470, я где-то год назад, в смысле не год назад, в прошлом году, решил так чисто для себя купить биткоин, купить машину именно за биткоин. И таким образом я продал один биткоин. Поэтому у меня все равно осталось 469 биткоинов, это которые я отложил, не которые я заработал. Поэтому, как сами понимаете, криптобизнес мне дал очень большие заработки. Где-то 29 октября 2021 года позвонил мне один очень хороший мой знакомый. Его зовут Альберт Муир. Он как раз является CEO той компании, о которой пойдет речь. И вот что он мне сказал. Потому что мне очень многие спрашивают: Майкл, нахрен тебе что-то делать? Тебе 66 лет, тебе надо тратить, а не зарабатывать. А ты все равно лезешь куда-то, лезешь и лезешь. И вот как он мне предложил этот бизнес. В принципе, это одна из моих тоже приглашений. Он мне говорит: Майкл, я знаю, ты очень занятый человек, ты успешный, я не буду много тратить твоего времени, просто один тебе вопрос. И он мне говорит: Майкл, если ты знаешь, что у меня есть информация, благодаря которой, работая всего лишь, может быть, 5 часов в неделю, не мешая тем, чем ты уже занимаешься, ты можешь построить бизнес, который тебе принесет не просто миллион долларов, а миллионс. И самое интересное, это первая компания, которой нету риска, риска нету, потому что ничего не стоит. Ты бы хотел об этом узнать? Я ему говорю: конечно, а что? Что это такое? О чем ты разговариваешь? Он мне показывает телефон. Я вам сейчас покажу конкретно то, что показал он мне и почему меня это так заинтересовало. Мне просто сказал: зайди, открой свой телефон, зайди на, ну, у меня Android, зайди, ну, то же самое с iPhone, зайди на свой Google Play, напечатай Punk Panda, вот на Вите сверху, так называется компания. Приложение Punk Panda. И скачай. Но она у меня уже установлена. И вот я ее скачал. Там я должен ввести код пригласителя. И это так, такого же типа, как WhatsApp. Но потом я расскажу, какая разница. Поэтому это бесплатно. Но самое главное, что здесь интересно, господа, что каждый раз, когда ты пользуешься этой программой, каждые 30 минут тебе посылают токены, криптовалюту. Сейчас я вам покажу, сколько я уже сам заработал. Чтобы вы видели, что это серьезная вещь. Дело в том, что
этот вал, эта программа подкреплена, как это называется правильно, смарт-контракт. Этот смарт-контракт забит на 15 лет. То есть поменять его не может никто. Даже если завтра продали нашу компанию, мы все равно будем продолжать получать каждые 30 минут в течение 15 лет. То есть 48 раз в день мы будем получать криптовалюту, зависит от того, какая у вас группа, какого количества. А группу вы тут можете расти на 12 уровнях, а приглашать на первом уровне сколько угодно. И сколько времени вы и они тратят время на, с этой программой. А тут можно посылать текст-месседжи, но она работает как WhatsApp. Единственное, что он мне предупредил, говорит, Майкл, ты запомни, что мы все только начинаем, и это еще мало время. На примере в таких компаниях то же самое, как WhatsApp, как Telegram, как Zoom, как Facebook. У них было очень много проблем первые 2-4 года. Но только те люди, которые выдержали эти проблемы, это те люди, которые заработали millions. Поэтому, да, у нас еще есть глюки, что-то не работает совершенно хорошо. Это все понятно. Но, господа, мы в самом начале. Вы видите, я уже заработал 153 181 токен, и я получаю в среднем 544 токена в день. На сегодняшний день токен стоит $1, почти $1.21. Когда это началось в октябре, он стоил всего лишь 10 центов. И листинг будет запущен 8 июля. И листинг будет запущен с ценой $1.50. И запущен будет с компанией, это обменник называется Pancake. Почему именно Pancake? Потому что Pancake это обменник, на котором происходит больше транзакций, чем на всех обменниках вместе взяты. А с этого обменника вы уже можете продавать эти монеты на любую, какую хотите валюту, в том числе фиатные деньги в тех странах, в которых вы живете. И потом будет продолжаться выставлять листинг дальше. Здесь я могу посмотреть, какая у меня группа. Группа у меня очень большая, потому что я сижу, работаю. Хотя это все только начало, господа. Самое главное, чтобы вы поняли, что первый год, ну, с октября прошлого года, еще год не прошел, было очень тяжело, потому что было много проблем. Этих проблем убирают, и потихонечку становится меньше. Ну, просто, чтобы вы увидели представление, это у меня 12 уровней, насколько людей у меня находится на каждом уровне. Теперь я хочу вам показать одну страничку, чтобы вы поняли, кто мы такие. Я не буду рассказывать вам целую презентацию. У нас это все есть, если вас нужна будет какая-то информация, это все вам могу прислать. Если вы посмотрите под моим зумом, под этим видео, там есть две ссылки на наши закрытые группы. Одна на Телеграме, а одна группа на Фейсбуку. Это группы, в которых я выставляю всю информацию, все ролики, все записи, все тренировки, которые я провожу каждую неделю. Вся информация там, вы можете зайти, почитать и стать, в принципе, грамотным партнером этой компании. Еще раз повторю, самое главное, это ничего не стоит и никакого риска нет, а вам начинают платить через 30 минут. Представляем PanPanda. Самый безопасный в мире мессенджер, который платит вам за его использование и распространение. Это совершенно бесплатно, и он вознаграждает вас несколько раз в день. То есть 48 раз в день. Протоколы шифрования военного уровня защищают вашу личную конфиденциальность и содержат ваши данные в безопасности. У нас ничего не копируется на серверы, когда вы информацию делите, поэтому украсть эту информацию у вас никто не может. Чем больше вы ими пользуетесь и делитесь, им тем больше токенов от компании вы зарабатываете. Класс, правильно? Идем дальше. Теперь я вам расскажу, почему именно они и почему я считаю, что они лучше. Ну, во-первых, я еще раз просто вам скажу, для того, чтобы вам быть успешным в нашем бизнесе, для того, что вам нужен смартфон. Или Apple фон, или Samsung Android. Вы должны установить эту программку. Как я уже сказал, я просто повторю, еще есть проблемы, глюки, в зависимости, в каком регионе вы живете. Но даже если вы живете в России, все равно можно подписываться. И люди подписываются и зарабатывают, и очень довольны.
И самое главное, что это все бесплатно, господа, риску никакого нету. Это первый бизнес, о котором я говорю, где нету риска. Потому что каждый бизнес имеет элемент риска. Но риск построен на чем? Что вы заплатили деньги, вы все потеряли. Вам здесь ничего платить не надо. За то, что вы пользуетесь этой программой, происходит майнинг и добыча. И добыча всего будет существовать, если я не ошибаюсь, 260 или 270 миллионов PPM. И смарт-контракт запущен на 15 лет. То есть остановить его практически невозможно. Самое интересное, потому что люди очень пользуются со мной. Многие люди мне рассказывают, высказывают свои мнения и так далее и подобное. Почему это, почему не то, а это... Мне там тоже говорили, что хорошо, а на самом деле это все плохо. Поэтому я никогда не считаюсь ни с чем мнением, не хочу вам сказать без уважения, потому что в данном случае мое мнение тоже не особенно важно. Но то, что я говорю, я слушаю мнение нескольких людей, которые консультанты и работают в нашей компании. И послушайте внимательно, что они говорят. Я сначала произнесу имена трех людей. Это консультанты Грейг Тортолами, Джош Калеб и Майкл Киммелман. Джош Калеб, он входит в первую пятерку самых известных консультантов в мире криптовалюты. Он принимал участие и был консультантом в строительстве в 2010 году блокчейн. Круче и выше и Джош, и Грейг их просто нет. Я хочу, господа, чтобы вы поняли, потому что многие могут сказать, конечно, им заплатили деньги, они скажут, что вы хотите. Нет. В мире консультации, особенно в криптобизнесе, так не делается. Почему? Они очень богатые люди. И зарабатывают они деньги благодаря своим консультациям. И если они хоть раз придут в какую-то компанию и, честно говоря, обкакаются, потому что дадут консультацию, и это все неправда, то ихнее имя сразу же упадет. Поэтому им они пришли не зарабатывать. Они уже зарабатывают. Им самое главное повысить свой имидж, а не понизить. Поэтому эти люди проверили нашу компанию изнутри. И сейчас я вам расскажу причины, почему они решили прийти в наш бизнес. Почему их за это заинтересовало. Например, Крейг – это один из ведущих консультантов. Вы знаете, есть такая компания, особенно люди, которые работают с криптовалютой, знают такую компанию crypto.com. Очень крутая, тоже одна из очень крупных. И вот такие люди стоят за нашей спиной, господа. А сам Майкл Киммелман, он профессиональный инвестор. Он поднимал хедж-фонды от 250 миллионов до миллиардов долларов. У него очень большое имя и большой имидж. Он консультант в бизнесе фиатных денег. И перешел сейчас, перенес весь свое это знание уже не сегодня, уже несколько лет, именно в криптобизнес. Потому что он считает, что это будет еще больше. Вот какие три, одни из самых известных людей в нашем мире криптовалюты, в нашей индустрии. Это самые сильные люди, которые на нашей стороне. Они работают с нами, господа. Грейг Тортолами, когда ему задали вопрос, и Джош, почему их заинтересовало именно этот бизнес, и почему их заинтересовало помогать нам вывести наш PPM на листинг, и почему они это именно выбрали, они вывели на листинг уже очень много разных криптовалют. И одна из самых больших в этих криптовалютных компаниях выводится криптовалюта, и потом она рушится и падается в цене, и люди теряют деньги. А почему это происходит? Потому что у них нету utilities и нету communities. И вот мы сейчас об этом и поговорим. Что это такое, почему они нас выбрали? Со всеми нашими проблемами и глюками с октября прошлого года уже в компанию подписалось по всему миру около 600 тысяч партнеров. И каждый человек, который устанавливает эту программку на телефон, вы становитесь не просто партнером компании, а вы становитесь совладельцем компании. Потому что, как я сказал раньше,
даже если завтра компанию продадут. Ваш аккаунт продать невозможно. Это смарт-контракт. Может быть, если вы слушаете меня и не понимаете, как это происходит, вы можете эту информацию изучить на Google, по Google, но смарт-контракт поменять нельзя. Наш смарт-контракт загружен на 15 лет, и как только произойдет листинг, если кто-то захочет посмотреть смарт-контракт адрес, вы сможете обратиться в компанию, и вы его получите. Значит, если компанию завтра продали, вы все равно продолжаете получать каждые 30 минут то количество токенов, которое зависимо от того, какая у вас большая группа и сколько вы сами лично производите времени с этой платформой. В смысле, вы можете перезваниваться. Но опять-таки еще есть много глюков. Я обычно сейчас не звоню, а просто рассылаю письма, видео, песни, такие вещи, фотографии. Это проходит очень быстро и без проблем. Можно делать группы внутри. Но все это будет улучшаться, и все будет только лучше. Но самое главное, нам уже платят. Господа, когда все будет готово, в этот момент массы бросятся к нам. Разговор идет о миллионах людей. Мы, может быть, первая компания, у кого в группе может быть более миллионов дистрибьюторов. И я вам покажу, объясню сейчас, почему. Я не просто так говорю. Значит, что значит utilities и communities? Сейчас я вам открою фотографию. Окей, одну секундочку. Первое, что у нас будет, вы знаете, это будет не первое, это будет второе. Первое, что очень интересно, ну, то, что комьюнити я вам уже объяснил. Наши utilities. Ну, первый utilities – это наша программка. Как я уже говорил, программа – это первая utilities. Второе – Panda 11. Что такое Panda 11? Господа, когда мне про это рассказали, я это увидел, и я знаком немножко, ну, не совсем с этой программой, но я знаю, что такое ставить bets на спортивные состязания, и как оно, какие колоссальные деньги она приносит каждый год. Panda 11 – это одно из наших utilities, это спорт фэнтези. Что значит спорт фэнтези? Спорт фэнтези – это когда вы можете ставить ставки на спортивные состязания. Вот сейчас идет игра, это Британ. Ну, тут у нас пока только три спортивных состязания. Это крикет, сакер, европейский футбол и баскетбол. Сейчас баскетбола нет. Вот сейчас игра идет Франция против Израиля. И крикет идет игра три команды. Значит, если вы знакомы с той или иной игрой и с командой, тут как оно идет игра? Вы не просто ставите ставки. Вы можете выбирать игроков с каждой игры не больше 11 человек с обоих команд. И на этих людей ставить ставки. Но самое главное, потому что, может быть, вам не нравится, может быть, вы не тот человек, который играет в спортивные состязания. Это ничего страшного. Это не сделано для нас, дистрибьюторов. Фэнтези спорт приносит 22 миллиарда долларов в год и повышается каждый год на 9,5%. Это факт. И люди, для того, чтобы начать играть здесь, человек должен открыть аккаунт. Это бесплатно. И деньги туда вносят в PPM. Но все ставки исходят из доллара. То есть, допустим, PPM стоит 10 долларов, и ему нужно поставить, вам нужно поставить ставку 100 долларов. Вы покупаете 10 PPM. Или PPM стоит 10 долларов, а вам надо купить ставку всего лишь на 5 долларов. Вы покупаете пол PPM. Или PPM стоит 1000 долларов, и вы хотите сделать ставку на 500 долларов. Вы покупаете пол PPM. Почему я это говорю? Этих людей совершенно не будет волновать, сколько стоит этот PPM, потому что все ставки ставятся в долларах. Ну, вкладывать надо PPM. О чем это говорит, господа? Что цена нашей монеты будет идти вверх.
Потому что я все время буду покупать, потому что она нужна для игры. А спорт фэнтези приносит сумасшедшие деньги. Чтобы вы имели в виду и понимали, что это такое, то человек, который перевел панду 11 в нам панда, он из Индии. У него в Индии одна из самых больших фэнтези-спорт организаций. У него 80 миллионов человек, клиентов. 80 миллионов. Есть такая вещь, что в Индии, я не буду объяснять, как это, но там такие налоги, что человек, который выигрывает $100, он получает на руки только 55, там где-то 45% налог. А у нас налог будет через нашу компанию, в какой бы стране вы ни жили, всего лишь 15%. Представляете, какой будет им большой резон перейти к нам и играть у нас? Хозяин компании один и тот же. Вы даже себе не представляете, что произойдет с панда. Следующее, что я хотел поговорить. У нас будет также Panda Academy. Господа, нашу Panda Academy будут вести три человека, которых я вам уже сказал. Крейг Тортолани, Джош Каллоп и Майкл Киммелмен. Это все будет скоро запущено. Это уже ведется, готовится. Уже есть видео. Все тренировки, все обучения будут на видео. И что это будет за академия? Академия про криптобизнес. Каждый человек, который захочет пройти через эту академию, вы получите такие знания, что с этими знаниями вы можете стать сами учителем и обучать людей миру крипты. У вас больше не будет страха, как пойти купить крипту, и не только PPM, любую, как правильно инвестировать в крипту, как правильно делать трейдинг. Вы все это будете знать лучше всех, потому что наши учителя входят в первую пятерку самых сильных консультантов в этой индустрии, в мире. Господа, их выше нету. Вы должны это понять, как это важно. И вот это все благодаря этому всему, господа, благодаря этому всему вы сможете начать строить бизнес, который будет очень успешным. Вот это, в принципе, о чем я хотел сегодня поговорить и рассказать. И еще самое главное, господа, еще раз вам повторю, что от вас требуется? Просто установить вот это приложение. Вот она у меня там. Короче говоря, вам нужен телефон. Зайти на Apple Store or Android, Google Store. Установить эту программку. И уже через 30 минут вы начнете зарабатывать токены. Токены будут листед 8 июля. Это официально. Как будет все работать дальше? Это уже следующие тренировки. Как я уже вам сказал, если вас это все заинтересовало, добро пожаловать. Если вам кто-то другой прислал эту информацию, пожалуйста, приходите, подписывайтесь. Вам не надо обязательно искать меня, потому что это все в моей группе. У меня более 100 тысяч дистрибьюторов на 12 уровне. И ниже 12 уровней я даже не представляю. Если у нас в компании 600 тысяч человек, где-то 25% русскоязычных. Поэтому бизнес у нас очень большой, народу очень много. И поэтому, господа, запомните такую вещь. Сейчас только начало. Есть еще трудности, и некоторые люди смотрят, ждут, смеются, говорят, все это не сработает, пятое, десятое. Это понятно, это нормально. Каждый человек может высказывать свое мнение. К сожалению, большинство людей высказывают мнение о том, о чем они совершенно не знают. Поэтому я вам и привел именно этих людей, Грейг, Джош и Майкл. Вы должны понять, только на этом зациклиться, что выше их в нашей индустрии в принципе нет. Они входят в первую пятерку. И это факт. Вы можете изучить их имена, зайти на Google и все найти, все, что они говорят и пишут. Они очень... я не знаю, просто три умницы. И нам, я считаю, нам повезло, что они пришли к нам в компанию, выбрали именно нам, потому что им предложений приходит очень много. Но когда все начнется работать с иголочки, то все массы начнут хлынуть. Например, YouTube, когда он открылся, я не помню, кажется, в 2007
2007 или 2009 году, и в 2014 году, он не YouTube, а WhatsApp, его продали Facebook, Facebook купил их за 19 миллиардов долларов. Мы будем намного лучше, чем они, потому что у нас никто не сможет украсть нашу информацию. И самое главное, нам платят, им не платят. Вот это большая разница между нами и всеми ними. Поэтому у нас, наверное, я думаю, к концу уже этого года может быть более 1 миллиона человек, к концу следующего года может быть 1 миллион 10. Представляете, эти все массы, основная масса людей – начнет бежать в наш бизнес, когда уже все будет работать классно, и это хорошо. Поэтому, если вы зайдете сегодня и начнете строить свой фундамент, это все пойдет под вас. Господа, вы знаете, что в нашей компании самый высокооплачиваемый дистрибьютор еще не пришел в бизнес. Господа, нету никакого риска. От вас требуется телефон и установка этой платформы, этого приложения. Все, что от вас требуется, и через 30 минут зайдете обратно в кошелек, и вы увидите, как вам начали платить. Еще раз повторю, господа, информация под видео. Я не выставляю реферальные ссылки, там просто будет информация, вы сможете зайти в нашу группу, на Facebook, на Telegram, и получить любую информацию, получить людей, любой ответ на ваш вопрос. Группы хоть и закрыты, но там я все выставляю. И если вы захотите найти меня, вы сможете меня найти, или человек, который вас пригласил, то, пожалуйста, обратитесь к этому человеку, и вам помогут подписаться в бизнес. Все, господа, большое спасибо. Счастливо.